Татьяна. Где вы проживаете? Город Ясиноватая. Как ваша обстановка? Неспокойная. Где-то с 5-6 вечера начинаются обстрелы. Каждый день? Ну так, через день, через 2 дня. А перемирие? О перемирии, я не знаю, наверное, верят люди, которые живут в розовых очках. Но пока в город не летит, на окраина города. Епромзона, там все равно поселок есть. Ну а вообще прилетали? Редко. Ну как сказать, сейчас такого вообще, нет. Вот за весь период боевых действий. Прилетали. Да. И дома были разрушены. Ну, пока месяца 2-3, пока прилетов нету. Только на промзоне, там пионерлагерь, ну это чуть-чуть дальше от вокзала железнодорожного. А сколько у вас детей? 3. Как они восприняли все вот это? Вот заметили ли вы изменения в психике, возможно, либо еще что-нибудь? Ну, как сказать, старшие-то так не показывают вида. Младший ребенок стал неспокойный, боится. Как вы смотрите вот в будущее? Мне так затруднительно сказать, но мне кажется, такое и будет. Вы думаете, что это еще надолго, да? Да. Что бы вы сказали народу Украины? Что надо, наверное, остановиться уже. И им надо мирным диалогом решать все вопросы, а не стрельбой. Ваша мечта? Ну, мир, чтобы был. Чтобы было, как мы раньше жили, у нас такого не было. А как вы думаете, существует ли возврат Донбасса в Украину? Нет. Здесь я слышу категорично так. Нет. За то, что сколько пролито крови, особенно детской, нет. Пускай не мои дети, а чужие дети, но нет. За что мы бегали с детьми в 2014 году в подвалы и уезжали отсюда, нет.